Красные гвоздики, словно капельки крови, пролитые за отчизну в годы Великой Отечественной войны. Эти символы победы принесли к вечному огню представители городской думы, администрации, педагоги, военнослужащие, воспитанники ВПК «Разведчик» и военно-исторического клуба «Победители». К мемориалу цветы возложили в честь победы советских войск в Сталинградской битве. Это наша память. То есть так как наши все-таки деды и мой дед, в частности, воевал под Сталинградом, то это особо важно почтить их память. Память тех, кто сделал нам победу. Победа Красной Армии над войсками вермахта под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Потери советских войск оказались одними из самых масштабных в истории. Отдавая дань памяти погибшим на полях сражений, наш город присоединился к проекту «Календарь памятных дат». Календарь памятных дат, он подготовлен правительством Российской Федерации к 75-летию Великой Победы. То есть в него входит очень много мероприятий. И одно из них – это памятная дата, это победа под Сталинградом. Будет еще много таких акций, скорее всего, они проводятся по стране, повсеместно. Присоединиться к акциям в рамках календаря памятных дат и почтить память тех, кто защищал рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, может любой желающий. Информация о мероприятиях публикуется в средствах массовой информации и на сайте Центра внешкольной работы. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей СРО 24.